В мегаферме «Октябрьский», что находится в одноименном селе Чердаклинского района, большое пополнение. Недавно из Голландии сюда прибыли 400 коров галштина фризской породы. Прежде чем попасть в чердаклинские коровники, буренкам пришлось пройти настоящий кастинг. Правила в нем были едва ли не труднее, чем на конкурсе красоты. Главный зоотехник фермы Андрей Кольцяков сам ездил в Голландию, чтобы выбрать самых лучших телочек. В Голландии чуть-чуть отличается семя, и как бы они повыше видны, получается, телята. На что смотрите вот, в первую очередь, чтобы отобрать? В первую очередь на конституцию. Конституцию, значит, соотношение пропорций тела, высота в холке. Всего же по состоянию на 1 июня на мегаферме содержится 2000 коров. Есть еще бычки и телята. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет более 5000 голов. Завезены они из Голландии, Венгрии и Дании. Есть и те, кто уже родились здесь. Правда, особого изменения в своем существовании телочки не заметили. На мегаферме созданы поистине европейские комфортабельные условия жизни для них. Здесь находится самый большой в мире доильный зал на 120 коров, оборудованный системой мгновенного охлаждения молока. Племенной учет ведется по компьютерной программе Alpro, позволяющей отслеживать ежедневный надой по каждой корове, продуктивность по каждой голове. Осеменение же идет целиком и полностью искусственным способом. Эта ферма на сегодняшний день производит каждые сутки 28 тонн молока. На корову мы доим около 20 литров на голову. Жирность здесь составляет 4,3%, белка 3,2%, тоже очень высокие показатели. Установленное оборудование позволяет доить очень высококачественное молоко, которое имеет очень, соответственно, на рынке высокую цену. История самого предприятия началась в августе 2007 года, когда было заключено инвестиционное соглашение с администрацией Ульяновской области. За 3 года удалось построить крупный животноводческий комплекс. Коров завозили еще дольше, чтобы выйти на проектные мощности. Мегаферма вносит большой вклад в систему продовольственной безопасности региона и продолжает обладать значительным потенциалом роста. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.